Алина Ведехина уходит с должности начальника управления культуры. Однако она не покидает коридоры власти насовсем. В администрации города сообщают, что Ведехина продолжит работать в команде Дмитрия Наумова. Как уточняют в мэрии, 9 января – последний рабочий день Алины Ведехиной. Теперь она займется вопросами, связанными с деятельностью туризма. При этом конкретную новую должность пока не озвучивают. На прежнем месте работы Алина Ведехина находилась почти 13 лет. Назначили ее в мае 2011 года. С того момента, как главой администрации стал Андрей Шохин. Пост начальника Владимирской культуры при Дмитрии Наумове Ведехина занимала всего год с лишним.